Сегодня на улицах города из громкоговорителей в честь празднования Международного дня защиты детей звучали детские песни. Праздник отмечается во всем мире ежегодно 1 июня уже 70 лет. У этой даты есть свой флаг. На зеленом фоне вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки красная, желтая, синяя, белая и черная. Считается, что человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпимость, а знак Земли в центре – символ общего дома. Работники муниципального центра культуры организовали акцию на площади около учреждения. Здесь они развернули игровые площадки и легкий интерактив. Должны всегда смеяться дети, и детям нужен мир. Для этого мы решили поставить фотозону для ребят и взрослых, поставить мольберты, чтобы каждый ребенок мог нарисовать свою мечту, свое желание, свое поздравление родителям, близким и друг другу. В мероприятии приняли участие не только сотрудники учреждения культуры, но и волонтеры из числа участников коллективов, которые действуют на базе МЦК – «Колымские звездочки» и «Джем Бэйбис». На площади собрались проходящие мимо дети и родители, кто-то фотографировался и получал подарочные воздушные шары. Многие виновники торжества принялись за изобразительное искусство. Некоторые пользовались мольбертом, но в числе присутствующих были и те, кто традиционно предпочли холсту – асфальт. Кроме сегодняшнего праздника, детям посвящены и другие – Всемирный день ребенка 20 ноября, Международный день невинных детей жертв агрессии 4 июня и День защиты детей Африки 16 июня.